С 1 января 2022 года Пенсионному фонду России перешел ряд выплат, компенсаций и пособий, которые раньше назначались и выплачивались органами социальной поддержки. Граждане, которые уже получали или получают пособие, не нуждаются в повторной подаче документов, так как идет автоматическое продление выплат по истечению их срока. Такие пособия получают неработающие граждане с детьми, лица, подвергнутые радиации, инвалиды, имеющие транспортные средства, также пособия положены детям-инвалидам, военнослужащим и их семьям. Если гражданин, подходящий под одну из категорий, не получает пособие, то ему следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Первые выплаты будут начислены 17 января. Это будет досрочное пособие, обычно происходящее в феврале. А с марта перечисление средств вернется к своему обычному графику.